Наш мир в опасности. Чтобы спасти галактику, мы обязаны найти 4 киберключа, прежде чем десептиконы воспользуются ими во имя зла. Такова наша миссия. Лихач, Искривитель, Ветерпрайм, Фугас, Пулемет, Оптимус Прайм. Трансформироваться и вперед! Трансформеры Кибертрон. Доверие. Не могу поверить, что Кнут продался автоботам. Он решил действовать как Оптимус Прайм. Что это значит, Бас? Он считает себя лидером, который защищает подчиненных даже под угрозой собственному благополучию. Подобные сентиментальные свойства слабакам и глупцам – это отвратительно. Я понял. Подожди-ка. Это значит, что если что, ты забудешь про меня. И ты? Стой! Стой! Почему все сбегают, когда я говорю? Я что-то слышала. Звук моторов. Моторов? Я тоже слышу. У нас гости. Скажем привет. Бегись. Они не рады нас видеть. Автоботы, оружие к бою. Вы должны защитить киберключ. Есть, сэр. Да что с вами? Я думала, вы понимаете, как это важно. Вы что же, не собираетесь подняться и помочь нам? Я не говорил, что буду помогать. К тому же, мы не хотим ввязываться в вашу войну. Я отдал киберключ, почему бы не оставить меня в покое? Давай, давай! Круто! Зубы и когти, ничего огнестрельного! Спускайтесь, деритесь как воины! Ключи под огнем! Огонь! Человек, что с тобой? Видишь, почему я хотел, чтобы вы ушли? Оптимус Прайм, ответь! Да! Ладно, Автоботы, отходим. Но ты не говори, что мы покажем им хвост. Тактическое отступление. Мы должны отойти на более выгодные позиции. Ясно. Хорошо. Вектор, таков план. Хорошо. Я займусь организацией. Лорис, Томар, приготовьтесь бежать. Эй, ты думаешь, что эта штука тебя защитит? Шлемы спасают жизнь. Эй, грабитель, мы так и будем стоять? Наверное. Приказов не было, Крамблзон. Да может все закончится, как мы придем. Нет, скучно. Киберключ внутри одного из этих ящичков. В остальных обманки. Круто, мы обманем десептиконов. Сыграем в наперсток. Ни одна команда не будет знать, у кого настоящий киберключ планеты. Мы разделимся. На команды по двое. Гонять с лихачом, как в старые времена. Лучше со мной, чем против меня. Что это? А я подглядываю. Эй, девчонки-гонщицы, что-то есть. Что-то вроде киберключа. Жалкий улов. Я заберу его. Не ты. Оставь это команде на земле. А вот и мы. Да! Мы расплатим за наш позор на планете скорости! Вы наверх, я вниз! А что насчет меня? Собор, позаботься о Лори. Я буду защищать ее всеми силами. Прежде чем я уйду, я отдам тебе это. Береги его! Он в хороших руках.
Пора устроить десертиконам дождик. Если я выгляжу как пожарная машина, нужно действовать так же. Громовержец, оставайся здесь, следи за ситуацией. Есть! Что насчет меня? Смотри, я буду как разумный лидер наблюдать с расстояния. Эй, а у нас гонки как в кино. Давай перепишем сценарий. Сила киберключа. Осторожно! Нет, ничего лучше хорошей дороги! Эй, стой! Тут кое-что для тебя! Вот так! Знаешь, это не гонка. Мы можем притормозить и заткнуть его. Точно. Итак, делаем это! Наброс! Если автобот упал в лицо! Что? А никого нет, чтобы слышать звук! Будет ли звук? Почему мы не идем под прикрытием джунглей? В этом идея. Мы отвлекаем внимание. Эй, ты говоришь, как будто знаешь, что у нас обманка. Брось, Нерл, Оптимус никогда не доверил бы мне настоящий. Кто знает, может в этот раз все по-другому. Почему в этот? Ты изменился, Мегалев. Даже за то время, что я тебя знаю. Не только снаружи. Оптимус наверняка это заметил. Не думаю. Это еще что? Давай просто вылезем отсюда. Это ты поставил тут ловушку? Это не ловушка, это будет могила. Сила киберключа! Вот так! Хорошо! Получи! У меня есть еще! Стой! Нет, спасибо, мне пора. А, милый трюк. Что ж, никогда не поздно учиться. Знаешь, почему-то я не впечатлен. Не собираюсь впечатлять. Я лишь хочу тебя убить. Сила киберключа! Ну вот, огню конец. Спецдоставка! Где он? Сейчас мы их выгоним! Собрался сжечь мои джунгли? Не позволю! Сила киберключа! Встретим огонь огнем! Ай-яй-яй! Я закончил. Выдвигаемся. Робор, ключ. Он здесь, Оптимус. Скажи Лори и остальным, я скоро вернусь. Он мой! Нет, когда Оптимус Прайм встретит свою судьбу, эта честь будет принадлежать мне. Я ждал этого вечность. Закончить, Оптимус Прайм! Сам не умеет того, чего требует от других. Да, Мегатрон разумный лидер, смотрит на битву со стороны. Видимо, я тут самый разумный. Страж, атака! Это же мини-кон! Прости, я просто понервничал. Мы в одной команде. Кому нужны эти десептиконы? А?
нет! О, да, откроем подарок. Камень? На, выруби себя сам. Трансформация! Грабитель! А? Отдай мне ящик. Посмотрим. Как странно выглядит ключ, да? Где грабитель? Надеюсь, ничего не случилось? Мыслишь позитивно. Я забираю ящик. Ну нет. Медленно. А ну стой, подстрижем ножки. Ну, давай. По больному месту. Сила киберключа. Хочешь погрохотать в моих джунглях? Я тебе помогу. Простите, я голоден, как волк. Вот тебе за то, что с нами связался. Умеешь плавать? Ладно, с этим все. Что случилось? Мы сделали то, что требовалось, привели их к берегу. Но если мы остановимся, десептиконы будут точно знать, что ключа у нас не было. Нужно подумать. Что если Снеру был прав? Что если Оптимус доверил мне настоящий ключ? Снеру, что теперь? Миссия может зависеть от нас. Ладно. Давай пробежимся по джунглям. Да. Мегатрон. Оптимус Прайм. Довольно приветствий. Держишь ли ты это? Посмотрим. Улыбнись. Скажи, сыр. Пойми, наши силы равны. Удивительно, чёрт. Все кончено. Кончено? Ничто не кончено. Настоящий воин прикончил бы меня. Или ты слишком благороден, чтобы атаковать спину? Что ж я не... Трансформация! Трансформация! Не угадал. Обман. Так ты доверил настоящий ключ кому-то из прислужников? Из команды. В твоей команде есть кто-то, кому ты так слепо доверяешь. Почему ты удивлен? Странно, что у тебя нет такой веры в кого-то из десептиконов. Так как вы, автоботы, не делают. Мы доверяем друг другу, и у нас общие цели. Доверие делает нас командой. Какая нелепость! Трансформация! Мегалев. Итак, Мегалев и Снерл несут киберключ. Да, где наша остальная команда? Они нездоровы. Бедный мой нос! Прыгай! Удачно, что еще есть я. Да, но разве я тебе доверяю? Нет, не думаю. Вот они. Остановитесь. Отдайте мне киберключ. Не в этой жизни. Вы ничего не учитесь. Плохой пес. Печенье не получишь. Снеру. Итак, мы деремся один на один. Не могу дождаться. Стоп, если бы у меня был настоящий ключ, я бы не стал рисковать в драке. Нет. Как странно. Трусливый лев. Это оно. Мегалев. Тактическое отступление. Мы подошли к финалу, а я все еще не знаю, к кому примкнуть. Должен признать, я крайне удивлен. Я не ожидал, что ты сбежишь от драки, Мегалев. Впрочем, всегда был кто-то, чтобы тебя прикрыть. Оптимус, Снерл. Похоже, что без них ты лишь еще один жалкий трус.
Выбирай слова. Осторожно, Мегатрон, или они будут последними. Мегалев! А? Не позволяй ему приближаться. Правда, мне доверял? Конечно. И ты не подвел меня, Мегалев. Есть. Теперь покажем ему, как работает команда. Оптимус Прайм! Трансформация! Синие челюсти! Сила киберключа! Приступим! Сила киберключа! Я не проиграю! Удар в спину! О, нет! Мегалев! О, ящичек! Нет, я не позволю! Как жалко! Признай, наконец, поражение! Здесь дело не в победе! А тогда, видимо, это дело жизни или смерти, раз так, то... Скажи до свидания! Пока! Что это? Что? Что это? Это киберключ. С ним что-то происходит. Неинтересно, ну все. Что еще? Оптимус! Команда! Смотрите, космический мост! Давай покатаемся, а? Какой сюрприз! Я удивлен не меньше. Оптимус, давай, вставай. Спасибо. Отдай мне киберключ. Он важнее для всех нас, чем ты думаешь. Если он тебе так нужен, забери его сам. Если сможешь. Ну надо же, никто не собирается драться, да? А? Как насчет тебя, парень? Хочешь стать героем? Я бы подрался с тобой, Мегатрон. Но я думаю, что ты должен отдать ящик и по доброте сердечной. Хватит шуток. Мне пора уходить. Уходи, если хочешь. Но киберключ останется здесь. Закончится здесь и сейчас. Киберключ теперь в надежных руках. Удачно, Вектор Прайм. Мегатрон, мы собирались идти. Оптимус Прайм. Однажды ты за это заплатишь. Эй, Лори! Мила, пришли, когда все уже сделано. У нас дома был праздник. А тебе не кажется, что я тоже могла пойти на праздник? Но я спасаю Вселенную. Ну, прости, Лори. Еще люди! Круто! О! Это дракон! Дракон? Это комплимент. Драконы у нас дома свирепые мифические существа. Эй, а ты не сражался на Земле в средние века? Средние века? Нет. Я не бывал на Земле. Вы должны уйти. Тебе стоит побывать. Теперь у тебя там друзья. Во имя искры древних ты когда-нибудь сдаешься? Я отдал вам киберключ, потому что вы мне с ним надоели. Но теперь вам пора идти. Уходите. Сила киберключа! О,
Он сошел с ума и дышит огнем. Брат, он дракон, им положено. Старни, как продвигается секретная миссия? Хорошо, нашли консультанта. Консультант? Ее зовут Сузуки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что такое, Коби? Эй, смотрите, там земля. Джол, давай помолчим и посмотрим. О, ладно. Профессор? А? Мы что-то нашли. Что это? Посмотрите сами. Там что-то замуровано. Мы можем достать. Мы достанем, но на это уйдет время. Надо это извлечь. Заморожено более 1000 лет назад. Как раз вовремя. Это один из них. Теперь я видел тебя своими глазами, замаскированный робот. Главный режиссер Хироюки Какуда, режиссер Мануба Оно, художник Такеши Кумазен, оператор Аюми Ушиджима, композитор Кейси Монро, по рассказам Аарона Ачера, исполнительный продюсер Стивен Друкер. На русский язык фильм дублирован кинокомпанией «Селена Интернешнл» по заказу СТС.